Алёшин Лёйта. Сегодня я снимаю видео обзор на очередной товар из Китая, заказанный в магазине AliExpress. И это вот такая вот женская сумка, которую заказывала моя жена. Вот так вот она выглядит, эта сумка. Здесь даже вот есть какая-то надпись. Сумка сама недорогая, цена ее 8 евро 25 центов. Пришла она довольно-таки быстро, наверное, за 3 недели с Китая до Германии. Качество дермантин, не кожа точно, либо какой-то кожезаменитель это. Но качество, хочу сказать, что все швы, все прошито нормально, качественно, с обоих сторон. Вот так вот здесь даже какая-то надпись нарисована. Здесь вот есть небольшой кармашек, вот такая вот. Такой замочек, кармашек. Здесь тоже все так качественно, в принципе, внутри сделано. Потом здесь есть еще большой один отдел. Сейчас давайте откроем. Все это посмотрим. Вот так вот этот большой отдел выглядит. Здесь вот, конечно, какие-то вот ниточки. А, это просто ниточка, можно ее убрать. Такие вот кармашечки небольшие есть, два. Плюс есть кармашечек. Еще, наверное, может быть, деньги сюда ложить или еще что-то. Тоже так вот нормально, хорошо сделан. Еще один кармашек. Мы еще не расстегивали, поэтому все новое. Вот так вот тоже все нормально выглядит. Здесь все прошито качественно. Есть еще ремешок, который можно носить через плечо, эту сумку. Как я сказал, все нормально, качественно сделано. Цена, еще раз повторюсь, 8 евро 25 центов. Сумка пришла быстро. Была упакована в мягкую упаковку. То есть вот таким вот образом она... Или вот так она была. Таким вот образом она была свернута. Ничего не помялось. Никаких тут переломов нету. Поэтому все нормально. И уже товары из Китая приходят не первый раз. И мы ими довольны. Кстати, никакого запаха из самой сумки совершенно нет, потому что мы до этого покупали сумку в России, тоже китайскую, и там был ужаснейший запах. А здесь никакого запаха нет совершенно и абсолютно. Поэтому сумка по качеству стоит своих денег, 8 евро. Даже можно сказать, что она даже лучше по качеству, чем затраченные нами деньги. Смотрите мои новые видео о посылках из Китая. Переходите по ссылке. Ссылка будет на эту сумку в конце видео, как и обычно я делаю. Если кого-то она заинтересовала, можете перейти и купить ее в магазине AliExpress. Всем всего доброго, всего хорошего и без бальт. Чус!